Потом вся дурь прошла. Я в мейне. А что с этими птицами? На мейне? Да. Ну, спугнулись. Так, в мейне подвал. Значит, там кто-то есть, значит. Ну, стоит. Спасибо за звуки. Привыкай, да. Так вот уже вторую неделю так живем. Так, какая-то тишина меня напрягает. Ой. Угу, то же самое. Фейс. АФК. Подвальная була. Тоже. Майкл? Нет, он слышимый. Садись, садись рядом со мной. Мне совместные действия нужны. Это траппер. Что ты делаешь? О, понятно. Чё? Кто-нибудь троллит, если ты? Чита? Нет, пинг. Пинг? Куда ты а, ушла, женщина? Палетку, мне не жалко палетку, если ты ее за километром ее побьешь и... Женщина! Ты куда? Мне совместное действие нужно, куда ты ушла? Прикинь, завалила проверку и убежал. Недавно играть, значит. О, вернулась. Чини давай. Так, я тебя понял. Сейчас, конечно же, придет сюда. А? Чего нет-то, когда да? И бежать. Блин, камни. Врезалась. Ля-л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 я
Куда? Секунду, секундочку. Прям малейшую секундочку. В смысле? А, понял. Видел, да, где он стоял? Да, он прям передо мной стоял. Вот здесь прям рядом где. Давай делаем совместно действие тебе. Странно, нет. Никого не бьют. А, окей, вопросов нет. Сзади. Сейчас побьют, все нормально. Опять тебя ударил, да что ж такое? О, извините, мистер. Я просто мимо пробегал. Так, а я ему не интересно. Оу. Классное расположение генератора, кстати говоря. Угу, тоже вижу. Тоже видишь расположение генератора, да? Угу. Вот где он? Вот от тебя. Блять, ты про генератор или что? А, нет. Нет, там много. Что это было? Короче, а рассказываю. Блин, какой... Нет, слушай, это какое-то безобразие. Он реально ударяет за километр. Извините. Ага. В общем... В общем, я, значит, сижу в кустах, как обычно, занимаюсь своим общественно полезным делом, скрываюсь. Он идет на меня, я просто мимо него пробегаю. Это было весело. А привет, интересно, наша подруга четвертая. Это вы вдвоем чинитесь, да? Да. А она вообще в шкафу где-то?
Да, она где-то в шкафу, потому что ее не видно. Приколиска. А вон она вылезла. Стоит на месте. Даже не у нее ключ был. У нее. Понятно. Понятно. Или у Биг Папы. Не помню, кстати, у кого-то из них, да. Ну то кого? Помог. Нет, у нее, Untouchable God, все правильно. Она хочет нас продать. Ой, радужные флажки у него. Да, причем оба. А, ну их на фонге висит эти. Птички висят. Я хотела сказать свои. Зашевелилась. Фонга. Решил все-таки не до конца продавать, да? Угу. Решила все-таки похилить подругу. Не с потрохами. Ты где? Рядом с генератором. Каким? Как тебе висеть? Там, где два шкафа, там, где какая-то небольшая площадочка. Недалеко от мейна. От мейна уходишь... Короче, там от крюка, где я висела, чуть-чуть левее. У мана вообще радужные флажки и статуэтка кей-поппер. Ему явно нравится кей-поппер. Угу. Опять рядом. Ой, да не бей ты меня, что такое? Просто мимо не мог пробежать. Две секунды совместного действия. Ой. Я путаю вопрос в этих камышках. Ой. Это так, конечно, выглядело на самом деле. Ты в камышах путаешься, а я в беге. Куда бегу? Зачем бегу? Блин, они могут чиниться, нет? Все-таки она продает. Но они вообще же ничего не делают. Нет, ну так нельзя. Какой-то ужас. Хорошо, одна продает. А вторая чем занимается? Сидит на картонах. А, значит, чинит. Ага, только что. Еще бы лет через 20 начала чинить. Не, я вообще что-то мало в шоке с ним. Ладно, это с ней все понятно. Идем дочиним, ой. Идем. С этой все понятно. А вторая-то что? Вторая, конечно, тоже недавно играет явно. Потому что я тебе говорю, это вот она была. Катюха, которая проверку провалила и побежала. И лося такого дала знатного. Mm-hmm. Я сижу спокойно дальше чиню. Я же вижу, что ты бегаешь с ней. Ну, ё-моё, ты что, сюда с ним бежишь, что ли? Что? За тебя. Аккуратно. Все, Ярик, уходим. Зато я вычинила, понял? Ой, это я зря! Ой, это я зря! Прямо на него прыгнула. Не посмотрела. Кого бьешь? Блин, чуть-чуть не хватило. Она на месте стоит.
Пойдем там к твоему вычинному нашему. Знаешь, куда мы сейчас пойдем? Куда? Мы сейчас Я будем знаю. ее продавать. А, да? Конечно. О, свет, та уже висит. Она ее, кстати, не будет спасать, мне кажется. Есть такое ощущение. Я знаю, где она стояла. Я не знаю, куда она сейчас побежит. О, все. Все, отлично. Можем ее не спасать. Отлично, мы ее не будем спасать. Вот эту мы можем спасти, а то спасать не будем. А, ты дохили меня? А я тебя что не дохилил-то? Писюлька оставалась. Так, здесь вычиненный генератор. Ты ее снимай, да? Да, уже. О-о-о-о-о. Но мне кажется, они сейчас опередит меня. Нет, он сюда идет. Может, не надо было ее спасать? Надо было, нормально. Может, она пойдет спасать? Нет? А, да, тоже вопрос. Блять, я не буду... Второй раз какая-то херня. Я сижу в траве, значит, никого не трогаю. Идет на меня. Думаю, надо вставать. Раз идет. Начинаю вставать, просто блокую его. Что происходит? Так Кейт не спешит ее спасать. Я тебе больше скажу, я рядом с ней чиню генератор. А я тебе тоже скажу, я в подвале. Я даже не собираюсь ее спасать. О, извините. Что он делает? Он ищет углы? Ходит прямо около стенки ищет. Не-не, мать, тебя никто спасать не будет. Ты не сделал ни одного общественно полезного дела. Ни одного. Не вычинил ни один генератор. Приятно. Мне приятно. Он в мейне, скорее. Был. Может, я ее ключ давать? И ключ, и аптечку забирай. Подожди, а почему аптечка? Мы еще перепутали? Какая аптечка? Почему-то аптечка лежит в тупику. Да нет, вроде у этой ключ был. Ой, там это фикашит Кейт. Сейчас еще и Кейт продадим, мы вообще уже охренели. Говоришь, там чинила, да? Ты? Да. Я заканчиваю уже. Кейт, идем, почему? Покажу тебе генератор. На лодочке я вижу. Идем, идем, покажу. А он тоже здесь. Я вижу. Я вижу этот генератор. Прикольно, да? Вообще. Как? Да Ярик, ты чего? Блять, еще эти птицы летают ебаные. Пока. Понял? А, нет, он на специальный крюк висет какой-то. А, нет. Ну, это и так было. Не выигрышная катка. На самом-то деле. Не выигрышная она, знаешь почему? Потому что кое-кто афкашит. Мы, кажется, ошиблись с тобой в ключе. Сейчас скажу тебе точно. Кажется, Биг Папа Эспен с ключом. Нет, 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 у нее нет, нет ключа. У них вообще у кого-то есть ключ? Нет, мы перепутали катки. Мы перепутали катки. Тогда я не понимаю, ебова. Ну, мы тогда просто их не спасаем, конечно. Мы же просто их не понимаем. С
стоять и АФКшить, ну извините. Да, в положении генератора, конечно, огонь. Вот она стоит и ничего не делает. Что она делает? Стоит, ничего не делает. Она жива там хоть? Да. Жалко. Ты ее видел? Ты ее видел? Скажи, что ты ее видел. Скажи, нет, он ее не увидел. Гений. Ну что, меня он убьет, она спасется. О, у него ворона уже летает. Он все равно слепой. И мне надо будет вычинить целый генератор еще. Почему-то у меня иконки за... Ну, залагали. Иконки выживших. Она... Он за ней. Это хорошо. Она хоть бегает? Да, умирает она даже. Это интересно. А чё же она стояла на месте? Ура! Снова вдруг убегаешь, Катя. Да. Если не попадусь в капкан, конечно. Она на что надеется? А что, я ее такую тварь бестолковую буду спасать? Понял. Угу, ходит, ходит, ищет, ищет. Что ты ее не поднимаешь, слышишь? Иди подними. У нее самохил, осколок, быстрый тихий, разобег. И очень, очень странные мувы. Но он не рядом с ней вставает. Не ползи ко мне. Он рядом с ней. Че ты ко мне ползешь? Почему я должна тебя спасать? Ты ничего не сделала. Ты не чинишься. Ты не лечишь других. Ладно, лечит. Ну ты не чинишься. Реля к тебе ползет. Умоляет. Ахил меня. Ну что вот с ней делать? Она в лачугу побежала. Да. Пусть бежит, может его отвлечет. Не, она в угол карты ахилится. Кануш проверит? Нет. Зря. Я бы проверил. Значит, будет 3 года впириться. У него только половина хила. Может, он лачугу проверит? Он? Да. А чё он до конца не рубанул? Кого? Генератор. В смысле, он сломал же его, нет? Половина все равно осталась. Тогда там немного. Выбрасывается немного. Потом постепенно до нуля. О, молодец. Вообще, ты вообще молодец. Да я вообще самая полезная, блядь. Это ужас какой-то, не катка. Все сама. Анна на картонах ходила, чуги трется. Так, а вот тут опасно. Пока вроде нет. Так,
Блять! Спасибо. Мой прикол. Да уж сейчас он это пустит. Да нет, конечно. Блин, даже не посмотрела на этот капкан. Ай, я забыла вообще, что надо смотреть. Не а я хотел предупредить, то что. Вот. Очень сильно обидно. Очень сильно обидно. Я всю катку сделала. Я всю катку сделала. Пока эта сука, блядь, тихорилась в углу. Она умирает тоже. Да и пошла она. Только попробую ее сейчас выронить. Вешай давай быстрей. Она вырвалась. Нет, серьезно? Ты издеваешься надо мной? Ну что это за хрень? Почему ее ты выпускаешь? А, не выпускает, все нормально. Она не в тех воротах. Точно, мне кажется, это что выпускает. Нет. А, наед. А, у него задание такое, понял. Она не в тех воротах. У него задание, кажется, или нет, без понятия. Люк. Ну нет! А, да, 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 да. Да, отлично, отлично. Если бы он ее выпустил, я бы не гдовала вообще просто невероятно. Потому что она ничего не делала. Она первую часть катки вроде как-то что-то имитировала, деятельность, но потом нет. Выхода нет. Кровавый смотритель. У него, короче, все. На то, чтобы это не сбежали ворот. На поздней игру, как чё, чё. Мне кажется, он выполнял задание после обратного отчета убить двоих с наедом. Или просто убить двоих. На этом чё? Блин, вот если бы я проверила ловушку и уничтожила ловушку, я бы все успела. У тебя закрылись бы ворота. Ну и закрылись бы, я бы побегала еще. Я бы выжила, мне кажется. Там был, тебе был выход открыть ворота, там наед был. Наед, выхода нет. Что там еще называется? Забыл. Называется. Помни. Тоже Фредди. Помни меня, кровавый смотритель. Помни меня, точно. Помни меня, точно вот. Ну, кровавый смотритель, то он такой. Тебе он почти не помешал. Вот помни меня, и выхода нет. И наед. Это помешали бы тебе, да? Абсолютное бездействие. Абсолютное бездействие. Два репорта. К ману вопросов нет. К ребятам абсолютные вопросы. Особенно к Кантаче был гад, который вообще стоял просто на ровном месте. И к этой потом, которая в конце сидела, ждала, когда я вычиню генератор и ползет ко мне довольно. Типа, вылечи меня, вылечи. Ужас просто. Тихий ужас, а не суровый.